Всем привет. Еще такая вот маленькая посылочка пришла. Тут у нас вроде как должен быть инструмент. Какой-то китайский инструмент. Так. Открываем. И тут вот такой вот. На защелке вот такие вот штучки для ремонта телефонов, он как называется. Так, как она, просто завинчивается, что ли. Так, она, наверное, вставляется. Какая-то непонятная штука. Как она вставляться-то должна? Там вроде как резьба, она должна крутиться. Ну, не крутится ничего. А может, не должна крутиться, ну-ка. Так, непонятно. Так, сейчас попробуем, что тут выкрутить. Так, разобрался, тупанул тут ничего, немножко не увидел. Оказывается, вот эта штучка крутится так вот. А я тут смотрю, как же она снимается. То есть вот так вот, хоп, вставляется, закручивается. Вот получается такая вот отверточка. И вот такие вот насадочки тут у нас. Всякие отверточки. На них написано вот размер. На всех. 1,5 миллиметра, я так понял, 2 миллиметра. Тут у нас 3 миллиметра. Так, есть вот такие вот звездочки. Т2, Т3, Т4, Т5, Т6 и Т7. Тут еще и дальше есть Т8, Т9, Т10 и Т15 сразу, да, нормально. Это вообще какой-то просто... Какая-то просто штучка непонятная. Ой, какой маленький это. Один, чего-то один. Вот такой вот набор. Оп, уже что-то вывалилось. Надеюсь, что это не отсюда. Вот такой набор. Всем спасибо. Пока.